Добрый день, господа! Если вы на Негритянский остров, захватите и меня с собой! Погода, наверное, к этому острову очень трудно причалить. Когда дует юго-западный, сюда и вовсе не причалить. Остров отрезает от суши на неделю, а то и больше. Ломбард, Филипп Ломбард. Можно капитан Ломбард. Вера Клейсон. Вы бывали в этих местах? Нет, никогда. Я даже еще не знакома со своей хозяйкой. Вашей хозяйкой? Да, я секретарь миссис Оуэн. Вот как, а вам не кажется это странно? Странно? Нет. Просто секретарь миссис Оуэн внезапно заболел. Она телеграфировала в агентство с просьбой прислать ей кому-нибудь. Ей рекомендовали меня. А если вам вдруг не понравится? Ну и что? Это же место временное, только на каникулах. А постоянно работаю в женской школе. Вообще, если говорить правду, мне ужасно интересно посмотреть на этот Негритянский остров. О нем столько писали в газетах. Сначала говорили, его какая-то американская кинозвезда купила. Потом этот миллионер Оуэн. Какие они, эти Оуэны? Расскажите, пожалуйста. Добрый вечер, господа. К сожалению, мистера Оуэна задержали дела. Он сможет прибыть только завтра. Оригинальное начало. Мне поручено выполнять все пожелания гостей. Не хотят ли гости пройти в свои комнаты? Обед будет подан ровно в 8. Это поздно. М-м,
этом доме жучок. Да-да. Этого не может быть, мисс Брент. Все так говорят, а потом, а сделать ничего нельзя. Разрешите, я помогу вам. Извините, сэр, ваша комната наверху. Я сейчас провожу вас. Прошу. Я надеюсь, здесь есть все, что вам нужно. Я новый секретарь миссис Оуэн. Вы, наверное, уже знаете об этом. Нет, мне ничего не известно. Мы получили только список леди и джентльменов и распоряжение, кого куда поселить. А разве вам миссис Оуэн не говорила обо мне? Я еще не видела миссис Оуэн. Мы приехали сюда 2 дня назад. Я могу идти? Десять негритят решили пообедать. Один вдруг поперхнулся, и их осталось 9. 9 негритят, поев клевали носом. Один не смог проснуться, и их осталось 8. 8 негритят пошли гулять затем. Один не возвратился, и их осталось 7.
10 минут назад я жалел, что приехал сюда. Какие забавные фигурки. Да, очень забавные. Прошу вас. Сколько их? 10 вроде. Любопытные. Вероятно, тут есть какой-то смысл. Вот этот предводитель. А, так это же 10 негритят из детской считалки. Она висит над камином у меня в комнате. И у меня. И у меня. И у меня тоже. И у меня тоже. И в моей комнате тоже. А я думаю, просто хозяин впал в детство. Доктор, вы не знаете Констанс Калмингтон? Простите, думаю, что не знаю. Это не имеет никакого значения. Весьма непрактичная женщина. И почерк невозможно разобрать. Я начинаю думать, что по ошибке я приехал не туда. Точно такая же мысль пришла и мне в голову. Миссис Оливер, повезло с кухаркой. Простите, миссис Оливер, вы сказали? Да. Миссис Оуэн. Никакой миссис Оуэн я не знаю. Леди и джентльмены, прошу тишины. Вам предъявляются следующие обвинения. Доктор Армстронг, вы обвиняетесь в смерти Мэри Климс, последовавшей 14 марта 29 года. Эмили Брент, вы виновны в смерти Беатрис Тейлор 5 ноября 31 года. Уильям Блор, вы были причиной смерти Джеймса Лендера 10 октября 28 года. Вера Элизабет Клейсерн, 11 августа 35 года вы убили Сирила Хамильтона. Капитан Ломбард, вы в феврале 32 года обрекли на смерть 20 человек из восточноафриканского племени. Генерал МакАртур, вы намеренно послали на смерть любовника вашей жены Артура Ричмонда. Энтони Марстон, вы убили Джона и Люси Компс. Этель и Томас Роджерс, вы обрекли на смерть вашу хозяйку Дженнифер Брейди. Лоуренс Оргрейв, вы виновник смерти Эдуарда Ситона, последовавшей 10 июня 30 года. Обвиняемые, что вы можете сказать в свою защиту? Доктор! Доктор, быстрее! Ничего страшного. Обыкновенный обморок. Роджерс, воды! Помогите! Кладите ее сюда. Что со мной? Один глоток. Сейчас будет лучше. А какой отвратительный голос. Я могла слышать этот голос. Да что это такое? Кто разыгрывает такие скверные шутки? Ну, конечно, так оно и есть. Что?
джентльмены, прошу тишины. Вам выключите. Предъявляются следующие обвинения. О, нервы, нервы. Сейчас миссис Роджерс будет лучше. Обыкновенный обморок. Это все из-за голоса. Такой ужасный голос. Мне казалось, что он читает приговор. Должен вам заявить, господа, что все это гнусная ложь. От начала и до конца. Какая глупая и злая шутка. Вы думаете, что это шутка? Да, но мы забываем одно обстоятельство. Кто мог завести эту чертовщину? Роджерс! Роджерс! Да, сэр. Кто завел граммофон и поставил пластинку? Вы, Роджерс? Я не знал, что это за пластинка, сэр. Богом клянусь, не знал. Охотно верю, но все же вам лучше объясниться. Я выполнял указания, сэр. Чьи указания? Мистера Оуэна. Я должен был завести граммофон после того, как подам гостям кофе. Странная история. Я знать не знал, что это за пластинка. Клянусь вам, на пластинке была наклейка, на наклейке название. Я думал, что это музыка какая-нибудь. На пластинке название? Так точно, сэр. Она называется «Лебединая песня». Это нелепо. Абсолютно, абсурдно нелепо. Вот так ни с того ни с сего опорочить честных людей. Кто бы он ни был, этот Оуэн! Нет, вот это как раз надо выяснить, кто он такой, этот Оуэн. Ну что ж, приступим к допросу. Роджерс. Да, сэр. Кто такой мистер Оуэн? Владелец этого острова, сэр. Это нам известно, Роджерс. А что вы лично знаете об этом человеке? Ничего вам больше не могу сказать. Я его в глаза не видел, сэр. Никто его не видел. Да что же все это значит? Только то, что мы, я и моя жена были наняты через агентство. Агентство Реджина прислало нам письмо. О, старая почтенная фирма. В нем нам сообщили, когда мы должны приехать сюда. Здесь все было приготовлено. Нам оставалось только пыль стереть. А вчера вечером я получил еще одно письмо от мистера Оуэна. Он пишет, что задерживается, что мы должны принять гостей как можно лучше. Как можно лучше. Ну и там были еще указания насчет обеда и пластинки. Письмо при вас? Да, сэр. Прошу. Отправлено из отеля Риц. Отпечатано на машинке. Разрешите взглянуть? Печатная машинка Carnation. Совершенно новая, никаких дефектов. Бумага обыкновенная. Так, так. А.Н. Оуэн. И обратите внимание, какое жуткое имя у хозяина дома. Алан Норман Оуэн. Можно язык сломать. Если разобраться, то все это очень странно. Я получила письмо с неразборчивой подписью и почему-то решила, что оно от миссис Оливер, с которой я познакомилась 2 года назад на курорте. Она пригласила меня на этот островок, где якобы открыла пансион с хорошей кухней и без этих новомодных причуд, полуголой молодежи, граммофона до утра. Это письмо у вас, мисс Брент? Да, письмо у меня, я сейчас его принесу. Останьтесь. А вы, Марстон? Что? А, я получил телеграмму от своего приятеля, барсука Беркли. Я был уверен, что он в Норвегии, но он почему-то попросил меня приехать сюда. Вот и все. А вы, генерал? И я получил письмо от этого А.Н. Оуэна. Он упоминал моих армейских друзей, писал, что я могу с ними здесь встретиться. Письмо. К сожалению, я его не сохранил. Меня пригласили сюда в качестве врача. Из письма я понял, что муж беспокоится о своей жене. Хочет выяснить состояние здоровья, при этом ее не беспокоит. Она отказывается идти к врачу. Нервы, видите ли. В письме был чек. Понятно. Прежде вы не были знакомы с этой семьей? Нет. В письме ссылались на одного из моих коллег. Для правдоподобия, конечно. Этот коллега, как я полагаю, в это время находился где-нибудь вне пределов досягаемости. Да. Сейчас я хочу выяснить одну небольшую деталь. Среди перечисленных имен
упоминалась фамилия некоего Уильяма Блора. Среди нас нет человека по фамилии Блор. Фамилия Дэвис не упоминалась. Что вы на это скажете, мистер Дэвис? Мистер Дэвис. А? А? А, да. Пожалуй, дальше играть в прятки нечего. Я должен сознаться, моя фамилия вовсе не Дэвис. Значит, вы Уильям Блор? Да, точно, сэр. То, что вы здесь под чужой фамилией, это полбеды, но вы еще и враль, каких мало. Только что в разговоре с мисс Клейсерн вы утверждали, что жили в Южной Африке, а именно в Натале. Готов присягнуть, что вы там никогда не были. Значит, это твои штучки, а? Вы ошиблись адресом, джентльмены. Вот мое удостоверение. Да, я бывший инспектор уголовного отдела Скотланд-Ярда. Сюда меня пригласили по делу. Кто? Он. В письмо был вложен щедрый чек. Я должен был представиться гостем и следить за вами. Ваши фамилии мне сообщили заранее. И вам объяснили, почему? Ну, конечно. Из-за драгоценностей миссис Оуэн. Черт бы я побрал. Милая компания, ничего не скажешь. И я, такой стреленный воробей, мог попасться на мякине. По-моему, никакой миссис Оуэн вообще нет. Ваше заключение, мне кажется, вполне обосновано. Писем, полученные нами, подписаны А.Н. Оуэн. Н. Оуэн значит аноним, неизвестный. Но это же безумие. Конечно, безумие. Вы правы. Я нисколько не сомневаюсь, что на остров нас пригласил человек ненормальный, скорее всего, опасный маньяк. Человек, заманивший нас в эту ловушку, позаботился собрать сведения о каждом из нас и предъявил нам обвинение. Все это ложь! Это подло! Клевета! Низкая подло, клевета! Подло. Не делали мы этого! Меня неизвестный судья обвинил в смерти некоего Эдуарда Ситона. Ему было предъявлено обвинение в убийстве престарелой женщины. Он произвел хорошее впечатление на присяжных. Кое-кто считал, что оправдательный приговор у Ситона в кармане. Но свидетельские показания были против него. На них я построил свое обвинительное заключение. Я сумел убедить присяжных вынести Ситону смертный приговор. Заверяю вас, моя совесть абсолютно чиста. Приговорив к смерти убийцу, я выполнил свой долг и только. Мистер Оргрейв, а вы никогда не встречались с Ситоном раньше? Я никогда его, я Ситона не встречал до процесса. Я хочу рассказать об этом мальчике. Я была его гувернанткой, мы жили на море. Ему запрещали далеко уплывать. Однажды я отвлеклась, и он уплыл. Я кинулась к нему, но было поздно. Это было ужасно, ужасно, ужасно. Но моей вины в этом нет. Меня исследователь абсолютно оправдал. И мать его была ко мне добра. Не знаю, кому понадобилось. Это гадко. Успокойтесь, успокойтесь, милочка. Мы вам верим. Все это ложь и клевета. Он просто ненормальный, этот тип. Его место в сумасшедшем доме. На подобные обвинения можно не обращать внимания, но я считаю своим долгом сказать, что в этой истории про молодого Ричмонда нет ни слова правды. У меня был офицер Ричмонд. Я послал его на задание. Его убили. На войне это случается сплошь и рядом. Но больше всего меня огорчает попытка порочить мою жену, эту безупречную во всех отношениях женщину. Что касается этих туземцев? Да, что с туземцами? Все это чистая правда. Я бросил их на произвол судьбы. Речь шла о жизни и смерти. Я с приятелем смылся, прихватив с собой боеприпас. Позор! Вы, офицер, бросили ваших людей и обрекли их на смерть? Ну, поступок, скажем, не совсем достойный белого господина, но самосохранение есть первый долг человека.
тому же, эти туземцы не так боятся умереть, как мы, европейцы. Боже. И вы оставили их умирать. Вот именно. Что вы на меня так смотрите? Я вообще ничего не понимаю. Я убил Джона Лиси Комбс. Ха! Я убил! Абсурд! Бред! Я убил. О, ой. Правильно. Это, наверное, те двое ребятишек, которых я задавил недалеко от Кембриджа. Жутко не повезло. Кому не повезло? Вам? Или им? Это был просто несчастный случай. Кстати, меня на год лишили прав. Недопустимо ездить с такой скоростью. Такие люди, как вы, опасны для общества. Мы живем век скорости. Простите. Вы ждете моих признаний? А мне нечего вам сказать? Нечего? Да, нечего. Вы оставляете за собой право на защитника? Я не нуждаюсь ни в каком защитнике. Я всегда действовала по велению своей совести. И мне не в чем себя упрекнуть. Ну, а вы что нам скажете в свое оправдание, мистер Блор? Я? Ваше имя было в списке. А, вы имеете в виду дело Лендера? Как же, помню. Лендера осудили на основании ваших показаний. Его приговорили к пожизненному заключению. Он умер на каторге через год. Здоровье он был слабого. Лендер был преступник. Если не ошибаюсь, вы получили благодарность за умелое ведение дела. И даже повышение. Я только выполнял свой долг. Однако, какая собралась компания? Все как один законопослушные, верные своему долгу граждане. За исключением меня, разумеется. Ну, а вы, доктор, что скажете вы? Нашалили по врачебной части? Запрещенная операция? Не так ли? Признаюсь, я в полном замешательстве. Имя моей жертвы мне ни о чем не говорит. Как ее там звали? Клис? Клоус? Я не помню пациентку с такой фамилией. Может быть, речь идет о какой-нибудь операции в госпитале? Да, часто бывает, что к нам обращаются слишком поздно, когда уже ничего сделать нельзя. Пациент, естественно, умирает, потом родные обвиняют хирурга. Попадал я в подобные ситуации. Если позволите, господа, я бы тоже хотел сказать несколько слов. Валять! Этот голос упоминал меня и миссис Роджерс. Мисс Брейди. Мы поступили служить к мисс Брейди, когда она уже была больна. А в ту ночь, когда у нее начался приступ, разыгралась настоящая буря. Телефон не работал, и мы не могли позвать доктора. Я пошел за ним пешком, но врач подоспел слишком поздно. Мы сделали все, чтобы ее спасти. Мы ее очень любили. Это вам всякий скажет. А после ее смерти вы, конечно, получили маленькое наследство. Мисс Брейди оставила нам наследство в награду за верную службу. А, собственно, почему бы она не могла этого сделать? Хотел бы я знать. Ну что ж, расследование на этом
придется прекратить. Скажите, Роджерс, да, кто-нибудь еще есть на этом острове, кроме вас и вашей жены? Здесь никого больше нет, сэр. Вы в этом уверены? Абсолютно. Надо отсюда уезжать сегодня же вечером. Прошу прощения, сэр, но на острове нет лодки. Что, ни одной? Вот именно. А как же вы общаетесь с берегом? Баркас, на котором вы прибыли, приходит сюда каждое утро. Он привозит хлеб, молоко, почту. Вот завтра утром и уеду. Да, вы правы. А я не могу уехать, не приняв боя. Все это смахивает на детективный роман. В этом надо разобраться. Незнакомец бросил нам вызов. Я готов его принять. Вы хотите сказать, что этот молодой человек поперхнулся и от этого умер? Вот. И в расцвете жизни нас подстерегает смерть. Яд? Да. Скорее всего, подсыпали какой-то цианид. Цианистый калий, он действует мгновенно. В бутылке ничего нет. Яд был только в стакане? Похоже на это. Что же, он сам себе подсыпал яду в стакан? Самоубийство? Не верю я в это, доктор. Не такой парень этот Марстон, чтобы покончить с собой подобным способом.
Мисс Вера, позвольте мне поплыть к той скале. Я вас очень прошу. Нет, нет, Сирил, я не могу вам этого разрешить. Пожалуйста. Это далеко. Мисс Вера, ну позвольте мне поплыть к той скале. Я люблю вас, Вера. Я не решаюсь просить вашей руки. У меня нет ни гроша. А ведь совсем недавно я считал себя богатым, пока не родился мальчик. Если бы родилась девочка, я бы унаследовал титул и состояние. Знаете, в жизни все вопрос удачи. Но Сирил – милый мальчик, и я к нему привязался. Десять негритят решили пообедать. Один вдруг поперхнулся. В чем дело? Доктор, беда с моей женой. Я не могу ее разбудить. Халат. Да. Вот. Вот, пожалуйста. Увы, все кончено. Неужели она... Она... Роджерс, она... Принимала что-нибудь перед сном? Что-нибудь от бессонницы? Вчера вечером она принимала только то, что вы ей дали. Доктор. Что с ним сегодня? Он забыл налить мне кофе. Вы должны быть снисходительны к обслуживанию. Роджерс готовил завтрак один.
Миссис Роджерс не смогла ему помочь. Она умерла сегодня ночью во сне. Так. Какой ужас. Вторая смерть на острове. У нее, наверное, не выдержало сердце. Ну да, сердце. Но вот вопрос. Чем это вызвано? Совестью. А? Что вы хотите сказать? Вы же слышали? Ее вчера обвинили в том, что она вместе со своим мужем убила свою хозяйку. Вспомните, как она вчера себя вела. Она до смерти перепугалась и потеряла сознание. Преступление раскрыли. И она этого не перенесла. Это уже слишком, мисс Брент. Вы считаете, что Господь не может покарать грешника, а я считаю, что может. Дорогая мисс Брент, провидение предоставляет карать и наказывать злодеев нам, смертным. Представим на секунду, что Роджерс и его жена укокошили старушку. Что из этого следует? Они радовались, что удачно обтяпали дельцы и чувствовали себя в полной безопасности. Нет, мне кажется, миссис Роджерс никогда себя не чувствовала в полной безопасности. Может, оно и так. Но они были уверены, что им ничего не угрожает. И вдруг вчера этот загадочный тип выдает их тайну. У женщины сдают нервы. Вы видели, как муж хлопотал вчера вокруг нее? Но это не просто мужние заботы. Он чувствовал себя, как кошка на горящей крыше. Он до смерти боялся, что она проговорится, если дело начнут раскапывать. 10 шансов против 1, что она не выдержит. У нее не хватит сил отрицать и врать все до победного конца. Она будет ходячей опасностью для своего мужа. Вот в чем дело. И он подсыпает ей сильную дозу снотворного в ее чашку. На ночном столике не было никакой чашки. Естественно. Он первым же делом забрал чашку с блюдцем и тщательно вымыл. Я не верю, что человек может отравить собственную жену. Когда человеку грозит петля, сантименты не останавливают. Я не могу быть вам полезен, господа. К сожалению, у нас вышел весь хлеб. Лодка не пришла, и продукты не привезли. А когда обычно приходит моторка? От 7 до 8 утра, сэр. Огорчен кончиной вашей жены, Роджерс. Доктор только что сообщил нам эту печальную весть. Благодарю вас, сэр. Роджерс, примите мои соболезнования. Мы все скорбим. И мои тоже. Благодарю. Извините. Это не случайно. Вот что я вам скажу, мистер Ломбард. Так задумано. Здесь все одно к одному. Вы думаете, лодка не придет? Не придет. И вы так думаете, генерал? Мы рассчитывали, что лодка увезет нас с острова. А на самом деле мы никуда отсюда не уедем. Это конец. Вы понимаете, конец. Здесь царит покой. Полный покой. Бессмысленно что-либо предпринимать. Бессмысленно. Вот и спятил один. Похоже, мы все здесь в конце концов спятим. Что-то не похоже, чтобы вы спятили. Да, меня трудно свести с ума.
Не думаю, чтобы вам это угрожало, мистер Ломбард. Простите, сэр, мне очень нужно переговорить с вами с глазу на глаз. В чем дело, приятель? Пожалуйста, в дом. Здесь дело нечисто. Или я сошел с ума. Перестаньте разговаривать загадками, Роджерс. Эти фигурки. Фарфоровые негритята. Их было 10. Их было ровно 10, клянусь богом. Ну, конечно, 10. Мы вчера их пересчитывали за обед. В том-то и загвоздка. Вчера ночью, когда я убирал со стола, их было уже 9. Мне показалось это странным, только и всего. А сейчас взгляните. Их 8. Их всего 8. Скажите, мисс Брент, вы действительно верите в то, что сказали за завтраком? Что вы имеете в виду? Ну, неужели этот Роджерс и его супруга могли прикончить эту старушку? Меня это не касается. Мисс Брэд, если это обвинение справедливо, значит… Вы же слышали, мистер Ломбард сам признался, что отправил на тот свет 20 человек. Ну, это были негры. Негры белые, какая разница, они наши братья. Но вас, конечно, интересует мой случай. Пожалуйста. Вчера не могла об этом сказать, я не так воспитана, чтобы говорить на подобные темы в мужском обществе. Беатрис Тейлор была моя служанка, милая, услужливая. И вдруг я узнаю, что она, это 16-летнее создание, беременна, неизвестно от кого. Разумеется, мне пришлось ее выгнать. Ее родители, порядочные люди, не захотели покрывать ее грех. И что с ней случилось? Но когда все от нее отвернулись, она совершила грех еще более тяжкий. Убила себя? Она утопилась. Что же вы почувствовали, когда узнали об этом? А мне стало ее жалко. Вас не мучают угрызения совести? Мне абсолютно не в чем себя упрекнуть. Ее собственное бесстыдное поведение. Вот что ее заставило так поступить. Запомните. Жизнь – это то, что вы из нее делаете. Но прошлое меня касается лишь настолько, насколько я этого хочу. Идите вперед! Не оглядывайтесь! Я сегодня спросил Роджерса, чем болела его хозяйка. И знаете, его ответ на многое пролил свет. Я не буду вдаваться в медицинские тонкости. Но при некоторых сердечных заболеваниях применяется такой препарат – амилнитрит. Когда случается приступ, разбивается ампула и дают подышать больному. И если это вовремя не сделать, может наступить смерть. Огромный соблазн. Не надо доставать мышьяк, не надо подсыпать его. Просто полное бездействие нет человека. А если кто ее знает, все равно ничего не сможет доказать. Да, на свете еще много преступлений, не подвластных законам. Пример – случай с Роджерсами. А старый Уоргрейв, он же совершил свое убийство строго в рамках законности. Всем было известно, что Ситон ни в чем не виноват. Кто не помнит этот процесс? Просто судья свел с ним счеты. Он убил Ситона, как если бы пырнул его ножом. Я мог бы продолжить пример, доктор. Я слушаю. Убийство на операционном столе безопасно и надежно, как в банке. Ну, хорошо, хорошо. Действительно, доля правды в этом обвинении есть. Я тогда оперировал с сильного похмелья. Знаете, руки дрожат, нервы ладно, ни к черту. Вернемся к нашим баранам. Как вы думаете, зачем нас собрали здесь? А вы как думаете, зачем? Если вы скажете, что Энтони Марстон, этот бык с железными нервами и полным отсутствием мозгов, покончил с собой только потому, что переехал двух ребятишек, я расхохочусь вам в лицо. Энтони Марстон убит, это ясно. А миссис Роджерс? Ну, я бы поверил в ее естественную смерть, если бы не Энтони Марстон. Двое убитых.
Едва негритенка исчезли. Этот Оуэн настоящий маньяк. И все-таки этот Оуэн не все предусмотрел. Обыскать остров ничего не стоит. Как обыскать остров? Два счет. Ну, вы хоть понимаете, что он очень опасен? Опасен буду я, когда доберусь до него. Этому парню я бы палец в рот не положил. Почему? Вот вы, доктор, случайно не прихватили с собой пистолет? Зачем он мне? А мистер Ломбард захватил с собой эту игрушку. Она у него за поясом. Вот сила привычки. Люди, не расстающиеся с пистолетом, существуют только в приключенческих романах. Это вы? Вам нравится смотреть на море? Нравится. Здесь хорошо ждать. Ждать? А чего вы ждете? Конца. И вы это знаете так же хорошо, как и я. Мы все ждем конца. Что вы хотите сказать? Никто из нас не покинет остров. Таков план мистера Оуэна. И вам это известно. Одного вы не можете понять. Какое это облегчение. Облегчение. Я любил Лесли. Очень любил. Лесли, это ваша жена? Я любил ее и гордился ею. Вот почему я это сделал. Вы хотите сказать, то... Какой смысл отпираться, раз мы все скоро умрем? Да, я послал Ричмонда на смерть. Это было убийство. Тогда я ни о чем не жалел. Но потом... Что потом? Потом. Узнала Лесли или нет? Только она совсем отдалилась от меня. С тех пор стала чужим человеком. Потом она умерла. И я остался один. Вам тоже станет легче, когда вы почувствуете, что это конец. Я не понимаю. А я понимаю, дитя мое. Понимаю. Осмотрим дом, а потом еще раз как следует остров. Только на этот раз вниз полезете вы. Роджерс? Там же покойница. А, как же мы не догадались? Лучшего места, где можно было бы спрятаться, и не найти. Прошу прощения, господа.
Я хотел перенести свои вещи. Вы не возражаете, если я займу одну из пустующих комнат для гостей? Самую маленькую? Конечно, конечно. Благодарю вас. Извините. Благодарю. Хотела бы все-таки знать, чем она отравилась. И давайте прекращать эти поиски. Интуиция подсказывает, что мы здесь все равно ничего не найдем. Доктор, вы ведь дали ей какой-то наркотик. Наркотик? Конечно, вы же сами сказали, что дали ей какое-то снотворное. Я дал ей незначительную дозу трианала, успокаивающее. Абсолютно безобидный препарат. Давайте говорить прямо. Может быть, вы дали ей слишком большую дозу? Что? Разве вы не могли ошибиться? Нет. Доктора не могут допускать подобных ошибок. Это была не первая ваша ошибка, если верить пластинке. Что толку оскорблять друг друга? Все мы в одной лодке и должны держаться заодно. Кстати, что вы можете сказать о вашем собственном деле, лжесвидетельстве? Оставьте меня в покое! Это гнусная клевета! Может быть, вы не прочь заткнуть мне рот, мистер Ломбард? Но есть вещи, о которых хотел бы узнать и я. И одна из них касается вас. Меня? Да, вас. Я хотел бы узнать, почему, отправляясь в гости, вы прихватили с собой пистолет? А знаете, вы не такой дурак, каким кажетесь. И все-таки как вы объясните этот пистолет? Пистолет я взял, потому что знал, что попаду в переделку. Вчера вечером вы ничего нам об этом не сказали. Значит, вы обманули нас? В известной мере, да. А ну-ка быстро, выкладывайте, в чем дело. Ко мне обратился некто по фамилии Моррис. Он сказал, что ему известна моя репутация человека, полезного в опасной переделке. Он предложил мне 100 геней с тем, чтобы я приехал сюда и держал ухо востро. Денег у меня не было, я согласился. И все-таки вчера вечером вы нам ничего не сказали об этом. Почему? Откуда мне было знать, что вчера вечером не произошло именно то, из-за чего я сюда приехал? А сегодня вы изменили свое мнение? Да. Теперь я понимаю, что все мы в одной лодке. А 100 геней — это тот кусочек сыра, с помощью которого мистер Оуэн заманил меня в ловушку. Тихо. Это ловушка, теперь я знаю это точно. Тихо! Кто-то кричит. Сюда! Скорее! Господа! Господа! Генерал МакАртур! Что? Его убили? Он мертв. Извините, мисс, но я только хотел... Вы правы, Роджерс. Их всего 7. Судя по всему, генерала МакАртура ударили по затылку каким-то тяжелым предметом. Вы нашли орудие убийства? Нет. Сегодня утром я сидел на террасе и наблюдал за вашей деятельностью. Вы обыскивали остров, желая найти нашего неизвестного убийцу. Так точно, сэр. И, несомненно, вы пришли к такому же выводу, что и я. Теперь вы понимаете, зачем мистер Оуэн заманил нас на этот остров? Да он просто сумасшедший. Распоясавшийся псих. На острове никого нет. Абсолютно никого. В известном смысле вы правы. Я пришел к такому же выводу. Но, тем не менее, мистер Оуэн, будем называть его именем, которое он сам выбрал, находится на острове. Он задал с целью покарать людей, совершивших преступления, за которые нельзя привлечь к ответственности по закону. Есть только один способ осуществить этот план. Мистер Оуэн среди приглашенных. А следовательно, мистер Оуэн один из нас. Нет, нет, нет. Моя юная леди,
Мы должны смотреть фактам в лицо. Мы все подвергаемся серьезной опасности. Один из нас – Оуэн. Я тоже считаю, что в одного из нас вселился дьявол. Надеюсь, вы не подозреваете женщин? Значит, если я вас правильно понял, вы считаете, что женщина не способна на убийство? Вовсе нет. И все же, мне кажется... Как вы думаете, доктор, женщина могла бы прикончить беднягу МакАртура? Вполне. Будь у нее под руками подходящее орудие, скажем, палка. Две другие смерти произошли в результате отравления. Я думаю, что никто не будет отрицать, что отравителем мог быть человек вполне слабый. Да вы с ума сошли? Моя дорогая юная леди, постарайтесь сдерживать ваши чувства. Я совершенно вас не обвиняю. Я надеюсь, что и мисс Брент не обижается на меня, когда я настаиваю, что мы все в равной степени подозрительны. Сейчас вы говорите дело, сэр. Давайте разберемся. Что касается Марстона, тут уж ничего не выяснишь. Все, кто находился в комнате, могли запросто это сделать. Теперь перейдем к смерти миссис Роджерс. Здесь прежде всего на подозрение ее муж и доктор. Любому из них сделать это было все равно, что раз плюнуть. Я протестую! Неслыханно! Это неслыханно! Клянусь, я дал абсолютно безвредную дозу. Доктор Армстронг, ваше негодование вполне естественно. Но мы не можем игнорировать факты. Вам или Роджерсу проще всего было дать ей снотворное. А теперь перейдем к убийству генерала МакАртура. Я сразу заявляю, что у меня нет никакого алиби. Все утро я провел на террасе. Были моменты, когда меня никто не видел. В это время я мог убить генерала, а потом вернуться на свое место. А я все утро находился с Ломбардом и Армстронгом, они подтвердят. Вы ходили в дом за веревкой. Ну и что? Сходил и тут же вернулся. Вас долго не было. На что вы намекаете, черт побери? Я ни на что не намекаю. Я сказал, что вас долго не было. Пока не было мистера Блора, вы все время находились вместе. Конечно, конечно. Хотя мистер Ломбард удалялся на некоторое время. Меня не было всего минуты две. Кто-нибудь из вас смотрел на часы? Нет. Минуты две выражение весьма неточное. Вы, мисс Брент? Я гуляла с мисс Клейсерн, а потом сидела на террасе. Что-то я вас там не видел. Вы не могли меня видеть. Я сидела за углом дома, там нет ветра. Видите, самое поверхностное разбирательство говорит о том, что ни одного человека мы не можем считать полностью оправданным и свободным от подозрений. Единственное, что мы можем сделать в создавшемся положении, это принять меры, чтобы обеспечить свою безопасность. До сих пор убийца легко выполнял свою задачу. Его жертвы ни о чем не подозревали. Отныне наша задача – подозревать всех и каждого. Предостережен – значит вооружен.
Больше этот номер не пройдет. Все. Я же вам сказала, вы уволены. Мне холодно. Мисс Брэнд, пусти. Убирайся! Я спать хочу! Спать! Я знаю, как зовут убийцу. Ее зовут... Thank you.
Доброе утро, дамы и господа. Который час? Уже половина десятого. Никогда бы не подумал, что могу так долго проспать. Значит, совесть у вас чиста. А что случилось? Почему до сих пор нет завтрака? Роджерс пропал. В спальне его нет. Чайник не поставил, плиту не затопил. А вдруг это он? Вот вам еще одна загадка. Куда девалась мисс Брент? Доброе утро, господа. Море сегодня бурное, лодка вряд ли придет. И вы не побоялись одна бродить по острову? Неужели вы не понимаете, как это опасно? Уверяю вас, я была очень осторожна. Вы не видели Роджерса? Нет. А что, он исчез? Смотрите. Посмотрите на негритят! Их шесть! Если и были отпечатки, их смыл дождь. Мисс Клейсер, надо мужчинам завтрак приготовить. Завтрак будет готов через 30-40 минут. Доктор, чтобы нанести такой удар, нужна большая физическая сила? На такое способна даже женщина, если вы это хотите знать. А вообще человек не вполне нормальный, наделен недюжинной физической силой. Ну и самообладание у вас, мисс Брент. Я долго жила в Индии. Мой отец был полковник. Спасибо, мисс Клейсер. Что с вами, мисс Брент? Я хотела помочь мисс Клейсерн, но у меня ужасно кружится голова. Кружится голова? Да. Наверное, запоздалая реакция на шок. Я вам сейчас дам лекарство. Нет! Я посижу спокойно, и все пройдет. Сядьте в кресло, мисс Брент. Вам там будет удобнее.
Ну и работенка у нас. Никто не позавидует. Кроме них. Все относительно, Глор. Для них мы счастливчики. Ну и будет на этом. Пусть каждый лежит там, где лежит. Все равно скоро в каждой спальне будет по мертвецу. Это она. Она спятила. Со старыми делом такое случается. Я утром зашел на кухню и увидел, как она там шурует. Спокойная, аккуратная. Даже передник не забыла нацепить. А передник, небось, миссис Роджерс. И говорит, завтрак будет готов через 40 минут. Она чокнулась. Помешалась на религиозной почве. Думает, она орудие Господа. Знаете, что она каждую ночь читает у себя в комнате Библию? Но это еще не является доказательством ненормальности, Глор. Утром, когда убили Роджерса, она ходила к морю. Убийца первым делом влез бы в постель и притворился спящим. Вы меня не поняли, мистер Ломбард. Она могла бродить по острову только в том случае, если бы была уверена, что ей нечего бояться. То есть, если убийца, она. Дельная мысль. Это не приходило мне в голову. Я рад, что вы меня больше не подозреваете, Глор. Я было подумал на вас. Пистолет, знаете ли, да и историю вы рассказали весьма странную. Потом понял, это было бы слишком просто и очевидно. Надеюсь, насчет меня вы придерживаетесь такого же мнения? Единственное, что могу сказать, если убийца вы замечательный актер, и я снимаю перед вами шляпу. Может статься, не пройдет и дня, как нас здесь всех укокошат. Скажите, вы тогда дали ложные показания, так ведь? Ладно, теперь уже не имеет значения. Лендер был невиновен, это точно. Шайка приперла меня, и мы упрятали его за решетку. Но учтите, я в этом никогда не сознаюсь. При свидетелях вы хотите сказать? Нет, это останется между нами. Надеюсь, вы получили приличный куш? Не получила половину того, что обещали. Лендеру дали срок, и он умер на каторге. Откуда я знал, что он умрет? Действительно, откуда вам было это знать? Просто вам не повезло. Мне? Вы хотите сказать ему? И вам тоже, Блор. Потому что это событие очень сильно сократит и ваши дни. Мои дни? Ну уж нет. Кто угодно, только не я. Уж я сумею за себя постоять, будьте уверены. Не люблю держать пари. К тому же, если вас убьют, то отдаст мне выигрыш. Послушайте, как это верно. И падут народы в яму, которую сами себе выкопали, и в сетях, которые поставили, запутается нога их. Считаю, что пора прекращать поиски. Убийца сидит в гостиной. Пари держу. Убийца – старое дело. Доказательства. Доказательства?
Идемте. Вот она. Мисс Брент. Мисс Брент. Фу, черт. Она мертва. Еще один из нас оправдан. Увы, слишком поздно. Смотрите, шмель. Нет, нет. Это не укус. Ей сделали укол. Это след от шприца. Шмель-то дохлый. Одного ужалил шмель, и их осталось пять. А он шутник, этот парень. Хоть чтобы все было слово в слово, как в этой проклятой считалке. Это сумасшествие. Надеюсь, что мы все же сумеем сохранить здравый смысл. Никто из вас не привез с собой шприц? Я привез. Я всегда вожу с собой шприц. Так делают все доктора. Это правда. А где сейчас ваш шприц? У меня наверху, в саквояже. Вы разрешите нам убедиться в этом? Прошу вас. Шприц украли. У меня украли шприц, вы видите? Здесь нас пять человек. Один из нас убийца. Положение становится все более опасным. Необходимо действовать. А мистер Ломбард, говорят, у вас есть пистолет. Чтобы я отдал пистолет? Да никогда в жизни. Мистер Ломбард, я знаю, вы мужчина сильный, но отставной инспектор не слабее вас. Доктор Армстронг и я встанем на сторону Блора и будем ему помогать, как сумеем. Ну что ж, раз вы тут все заодно, я его сейчас принесу. Пожалуй, будет лучше, если мы составим вам компанию. Раз так, прошу. Роджерса нет, и некому им заняться. Может, попробуем завести его сами? А я видел в гостиной несколько пачек свечей. Это будет гораздо проще. Доктор, помогите мне. А где же все-таки пистолет? Он здесь, в доме. По моему скромному мнению, ответить на этот вопрос может только хозяин оружия. Вы болван, Блор. Сколько раз можно повторять, что пистолет у меня украли? Ой, мне ужасно разболелась голова. Пойду лягу. Конечно, конечно. Мы постережем ваш сон. Вас проводить? Нет, нет, благодарю вас. Если что, я позову.
Я слушаю вас. Мне показалось, что вы хотите что-то сказать. Чем больше я думаю об этом деле, тем больше мне кажется, что все нити ведут к одному человеку. А тем временем нас всех перебьют в постелях. Что ж, согласен. Но одно условие. Держаться все вместе. Тот, кто ходит в одиночку, играет на руку маньяку. Здравый смысл вам не изменил. Что такое? Что? Что? Только попробуйте сказать, что я отравитель. Вот, пожалуйста. Вот первое преступление, которое не пошло по заранее намеченной программе. Думаете, меня хотели убить? Ожидали, что вы от страха отдадите концы. Такое случается, не так ли, доктор? Трудно сказать. Вообще, мисс Клейсерн, молодая, здоровая девушка, сердце в порядке, не знаю. А где судья? Кстати, где судья? Тоже слышал крик. Ну где же он? Были вместе. Где он? Кажется, нас опять провели. Мистер Оргрейв! Мистер Оргрейв! Где вы? Мистер Оргрейв! Тихо. Судья убит. Посмотрите, на нем парик и мантия. Пять негритят судейство учинили, засудили одного, осталось их четыре. Конец кровавому суде Оргрейву. Не посылать ему больше невинных на виселицу. Последний раз председательствует он в суде. Вот бы посмеялся Эдуард Ситон, будь он здесь. Нас всего четверо. Чья очередь теперь? А? Если мы примем меры и будем осторожны. Вы повторяете слова судьи. Он тоже так говорил, а вот теперь убит. А, разыграно как по нотам. Убийцу удалось напугать, мисс Клейсерн. А дальше все пошло по его плану. Почему же мы не слышали выстрелов? Вы кричали, ветер был. Все орали, кто во что гораст. Разве услышишь выстрел? Но больше мы в ловушку не попадемся. В следующий раз ему придется придумать что-нибудь посложнее. Спокойной ночи, мисс Клейсер. Не забудьте запереться. В случае чего кричите. Да-да, конечно. Спокойной ночи, мисс Клейсер. Спокойной ночи. Thank you.
Сирил, ты? А, Сирил. Сейчас, малыш. Сейчас я тебя открою. Сейчас, малыш. Сейчас. Мистер Ломбард, это я, откройте. Что случилось? Не знаю. Вам надо выпить, мисс Клейсерн. Мистер Ломбард, не страшно. Выпейте, вам станет легче. Выпейте, мисс Клейсерн. Главное, пережить эту ночь, а там кошмар рассеется. Успокойтесь. Господи, что я делаю? Мистер Ломбард. Ну, мисс Клейсер, ну, успокойтесь. Если это один из них, как вы думаете, кто? Из ваших слов я понял, что нас с вами вы исключаете. Я с вами совершенно согласен. Я точно знаю, что я не убийца, да и у вас нет ничего ненормального. Спасибо. Ну, мисс Клейсер, неужели вы не вернете мне мой комплимент? Вы сами признали, что ни во что не ставите человеческую жизнь. Хотя мне трудно представить, что вы надиктовали эту граммофонную пластинку. Правильно. Массовое покарание нечестивых грешников не по моей части. Будь добра, подай мне спички. Вон там, в ящике.
доктор, откройте. Это я, Блор. Доктор. Не подходите ко мне. Послушай, Вера. Не подходите, я буду кричать. Я сам готов завыть от злости. Говорю тебе, пистолет мне подбросили. Для меня это такая же неожиданность, как для тебя. Что? Блор. Одевайтесь, Ломбард. Что-нибудь случилось? Да уберите вы фонарь. Случилось. Армстронга нет в комнате. Нет у себя и мисс Клейсерн. Мисс Клейсерн у меня. Ей было страшно одной. Ну? Мисс Клейсерн, вы здесь? Да. Ну что ж, по крайней мере, это естественно. Вот именно, приятель. Такое иногда случается между мужчиной и женщиной. Армстронга нет в комнате. Я слышал крик на улице. В погоню, Блор. Теперь-то мы его не упустим. Подождите. Вера, мы отправляемся на поиски Армстронга. Дверь никому не открывать. Если появится доктор и скажет, что мы с Блором убиты, не обращай внимания. Дверь откроешь только мне или Блору. Поняла? Только будьте начеку, Ломбард. Не забывайте, у него пистолет. В этом вы ошибаетесь. Пистолет снова у меня. Мне его подбросили на прежнее место. Ну что, вперед. Охота начинается. Не будьте идиотом, не собираюсь я вас убивать. Но если вы боитесь, возвращайтесь в свою комнату. Птица покидает это проклятое место. Штормит. Опять ни одна лодка не сможет причалить к острову. Осталось всего три негритенка. Значит, Армстронг убит. Почему же вы не нашли его труп? Действительно странно. Мы обыскали весь дом и остров. Его могли сбросить в море. Кто, вы, я? Этого я не знаю. Но одно я знаю твердо. Что именно? Что пистолет снова у вас. Болван, я же сказал, что мне его подбросили. Да за кого вы меня принимаете? Какого черта Армстронгу или кому другому подбрасывать вам эту игрушку? Не имею ни малейшего представления. Для меня все это чистейшая абракадабра. Вы и вправду могли бы придумать что-нибудь поинтереснее. Вот вам первое доказательство, что я не вру. Не могу с вами согласиться. А иного я от вас не ожидал. Послушайте, мистер Ломбард, если вы хотите, чтобы мы считали вас честным человеком... А я не хочу. И если вы рассказали нам правду, вы знаете, как поступить. Не будьте идиотом. Пистолет мой, я оставлю его у себя. В таком случае, я считаю... Да, мистер Оуэн, можете считать что угодно. Но если это так, почему я вас не пристрелил сегодня ночью? У меня было тысяча возможностей. Этого я не понимаю. Но, может быть, у вас были на то свои причины? Да вы оба ведете себя, как последние идиоты. Это почему? Почему же? Вы забыли про считалку. Четыре негритенка пошли купаться в море. Один попался на приманку, их осталось трое. На приманку! Армстронг жив! Он специально выбросил негритенка, чтобы мы поверили в его смерть. Может быть, наш мистер Икс
На этот раз решил изменить свои песенки. Да неужели вы не видите, что мы имеем дело с сумасшедшим? Только ненормальный может завершать преступление, следуя точь-в-точь детской считалке. Но во всяком случае зоопарка здесь нет. Какого зоопарка? О котором говорится в следующем куплете. Пошли в зверинец погулять все трое. Одного закрыл медведь, их осталось двое. Неужели вы так и не поняли, что мы составляем этот зоопарк? Ведь у нас не осталось ничего человеческого. Мы превратились в зверей. Я не пойду. Но, мисс Клейсон, будьте же благоразумны. Нам необходимо подкрепиться. Меня затошнит от одного вида консервированной ветчины. Ну, а что до меня, то я без трехразового питания обойтись не могу. А как вы, мистер Ломбард? Я, пожалуй, останусь с мисс Клейсон. Ну, как хотите, для вас же хуже. Но помните, мы договорились действовать заодно. Боитесь? Хотите, составлю вам компанию? Вы мне абсолютно не нужны. А, значит, вы все-таки меня боитесь. Да если бы я хотел, я бы мог пристрелить вас обоих, не сходя с места. Но пришлось бы нарушить принцип. По плану мы должны уйти один за другим в полном соответствии с этой паршивой считалкой. Вы слишком уверенно об этом говорите. Откровенно говоря, не очень хочется одному уйти в этот дом. И поэтому вы хотите, чтобы я одолжил вам свой пистолет? Не выйдет. Ну, ладно. Что, если он и есть этот Оуэн? А что мы, собственно, знаем о нем? Да ничего. Он, может, никогда не служил в полиции. Он может оказаться кем угодно. Свихнувшимся миллионером, сумасшедшим бизнесменом. Во всяком случае, он вполне мог совершить все эти преступления. А если он нападет на нас? Не беспокойся. Ты относишься ко мне так доверчиво. Я, право, тронут. Почему ты так уверена, что я тебя не убью? Надо же кому-то верить. Кричал. Пойдем посмотрим? Нет. Блор убит! Посмотри сама! Чья-то комната над нами? Моя.
Что это? Часы. Они стояли у меня на каминной полке. Одного схватил медведь, и их осталось двое. Ясно, что это Армстронг. На этот раз я не промахнусь. Осторожней! Теперь очередь за нами. Он, наверное, и рассчитывает, что мы пойдем в дом. Может, спустимся к морю? Там не так дует. Смотрите! Вон там, в воде! На острове, кроме нас, никого не осталось. Никого. Ты попала в самую точку. Теперь-то мы знаем, что нам делать. Мне кажется, что за нами все время кто-то следит. Я чувствую, что... Ерунда. Я в сверхъестественные силы не верю. Тут дело рук человеческих. Просто это тебя совесть мучит. Скажи, этого мальчишку ты все-таки утопила? Нет, я запрещаю вам так говорить. Бедняжка. Не знаю, в чем там дело, но догадываюсь, что здесь не обошлось без мужчины. Да. Не без мужчины. Бедный доктор Армстронг. Вот как в тебе проснулась жалость. А почему бы и нет? Разве вы никогда не испытывали жалость? Во всяком случае, не к тебе. Надо его убрать отсюда. По-моему, ему здесь неплохо. Помогите. Отойди. Причина такой заботы о ближнем. Отдай пистолет. Послушай, милая, выслушай меня внимательно.
Вы явно отстаете, мои маленькие друзья. Пойдем со мной, малыш. Мы выиграли эту партию. Последний негритенок посмотрел устало, повесился и никого не стало. Десять негритят решили пообедать. Никогда
правосудие не поднималось на такую сияющую высоту, как поднялось оно здесь. Без шутовских колпаков и мантий, без продажных лгунов, адвокатов. Один на один судья и преступник. Один на один преступник и палач. Казнь. Вот альфа и омега истины. И она поняла это. Вера Клейсерн и сама привела мой приговор в исполнение. Значит, я прав. Я избран. Я готовился к этому долго. Сотни оправданных преступников, убийц, растлителей и столько же безвинно возведенных на эшафот развеяли мои сомнения окончательно. Я занялся поисками преступников, которым удалось избегнуть наказания. Найти их не составило труда. Мне удалось приобрести инкогнито негритянский остров. Каждому из гостей, исходя из собранных мною сведений, я послал соответствующие приглашения. Все они прибыли в один день на остров. После третьей смерти гости обыскали остров и поняли, что они на острове одни. Согласно моему плану, на этом этапе у меня должен был появиться сообщник. Я выбрал Армстронга. Я уговорил его инсценировать мою смерть. Якобы это встревожит убийцу и поможет разоблачить его. В тот же вечер представление было исполнено. Больше обо мне никто не вспоминал. Я назначил свидание доктору в 2:00 ночи. Они ничего не подозревают. Все идет как задумано. Я кое-что выяснил. Весь день я следил за Ломбардом из окна. Да. Посмотрите. Вот там, внизу, вход в пещеру. Где? Вот там. Теперь, когда долг мой выполнен, и правосудие очищено от скверны, торжествует, я сделаю шаг, совершить который под силу только величайшему судье. Ибо истинное величие судьи в способности покарать себя.